Всем привет, ребята, это Get Ready with Me. И сегодня у моего папы день рождения. Сегодня у нас будут гости, мы так будем чисто в семейном кругу, приедут бабушка с дедушкой. Шашлычки и такое все. Будем отмечать. На данный момент, когда я снимаю это видео, у меня 13:30, на 16:00 уже приедут бабушка с дедушкой. Я не знаю зачем, но после того, как я наношу базу, я вот так делаю. А сейчас я помыла голову, потому что сейчас мы вместе с мамой поедем за сушами. Кто тоже любит суши, ставьте лайк. И за тортиком. Вот как-то так. Сейчас у меня есть где-то полчаса, чтобы собраться. Пока мама побежала за продуктами, а когда она придет, я должна уже быть готова. Я знаю, что в многих семьях принято поздравлять именинников в 12 ночи, но у нас не совсем так. У нас в семье всегда именинник спит дольше всех, пока все уже встали, готовятся. Ну и потом, соответственно, мы будем именинника, поздравляем, дарим подарочки, вот это все такое. Ну так вот, логично, сегодня мы также поздравляли и папу. Сейчас я вам расскажу, что я подарила от себя. Короче, у моего папы очень классный черный найковский костюм, очень классные черные Air Max'ы, но нет черной Nike футболки. Я подумала, что будет супер крутой идеей дополнить его образ черной найковской футболкой, поэтому я купила ему ее, а также вечером будет еще супер крутой подарок, на который вчера я потратила супер много времени. Будет, кстати, видео про него. А также вечером еще будет подарок от нас и бабушки, и дедушки, то есть от всей семьи вместе. Сегодня будет тусня. Я прям обожаю отмечать праздники в семейном кругу, потому что лично у меня в семье это всегда очень весело. А пока я наношу румяна, напишите в комментарии, какой ваш подарок мечты. Я очень рада, то, что я уже приспособилась вот этим вот кремовым румянам, несмотря на их пигментацию, наношу в меру. Но вот когда я наносила в первые разы, у меня просто все лицо было красное. Решила убрать фильтр, чтобы показать вам, насколько сегодня у нас натуральный румянец. Вообще чуть-чуточку. Дальше мы фиксируем все пудрочкой, чуть-чуть. Вообще, я думаю, что для вот таких вот примерно случаев, как сейчас, когда нет лишнего румянца, чтобы перекрыть его пудрой, чтобы не использовать цветную, купить матирующую прозрачную и еще одну, но бежевую. Потому что когда нафигачил цветной пудры после румянов, когда их было совсем немного, я даже уже не вижу смысла от румян. А я прям так сияю от хайлайтера, мне очень нравится, но на камере вообще не передается. Можно заднюю камеру со вспышкой видно? Не знаю. Так, дальше у нас реснички. Красим реснички. Сегодня мы пытаемся справиться с ними как можно быстро. Накрасили мы с вами реснички, девчули. Конечно, без отпечатков не обошлось. Подтираем. Перекрашу губы карандашом. Навели контур. Опа. Теперь сейчас мы залатываем тинт в серединку. Кайф. Никакой маслечка сегодня не хочу сверху. Сейчас я посушу голову, оденусь и к вам вернусь. Ну все, ребят, я уже посушилась, оделась, и на этом наш Get Ready with Me подходит к концу. Люблю, пока!